Что, попробуем десяточку. 10 грамм и 2 сабика крючка. Я этим комплектом не ловил с осени, получается. Как мы в Благовещенск ездили последний раз, вот после этого я им больше не ловил. Есть контакт? Поклевка была. Да. Ого. Да. Несколько, да, подсаживается, и да, начинается такое прям песня. Начинается песня. Поэтому и начал выходить так. Потому что вот это, вот мелко, когда встречается несколько. О, гирлянда, смотри, одну за попу взял. Да. Пошел Майкл. О, прикинь. Ну чё, сильно начал вести и сошли две штуки разом. Тоже, видишь, надо не торопиться. Конечно. Катушка скоростная. Это ж максималка, это XG. Немножечко только переусердствовал, все, обе, и две штуки сошли. Блин, все равно дергаешь, как не пушка. Пауза. Вот так, когда тянешь, и не слышно постукивания никаких. Что-то я не пойму, либо одну тяну, походу. Смотри, какие... Смотри, хорошие, а? Смотри, хорошие, ой, хорошие. Поросятки. Но она и стоит относительно как бы далековато, да? Хотя нет, вот здесь сейчас близко села. Тут может быть мелкая сейчас. Да, мелкая. Ну да, малыши, малыши-карандаши. Слышь, ну ты можешь сейчас обрезать один, подвязать сюда. А ну да, я попробую. Сейчас знаешь, как я их просто обрежу, если она сейчас соскочит. Я сейчас знаешь, что сделаю, подожди. Вот так, сейчас она держаться будет, по идее. Да, она держится, понятно. Ну все, тогда обрежаю ровно. Вот это единственный минус вот этой оснастки. То, что, ну, я не знаю, может быть, я не фартовый, но у меня часто путается. Что, тоже, да? Прям хорошо. Пиздец.
смотри, как он выкидает его. И понял разом. Не так, что, знаешь, там тяжелее, тяжелее, разом. Пух. Сход. О, гирлянда. Прям в стайку зашел, да? Так видишь, и спинкер упомянула. Мелкая. Несерьезно. Это несерьезно. Во, о, о. Да, да, я на месте его еще подергал. Что-то еще подсело. Во, смотри. Тише, тише, нет. Ну, ее можно достать на самом деле. Смотри. А ты смотри, какая она, слышишь, по цвету. Смотри, она полосатая, полосатая, да. Что-то холостой один раз. Во. Хорош. Еще не маленькая с тобой видос. Для Инстаграма. Нормально, но она, видишь, стоит далеко. Вот еще в чем плюс это, что вот из чего она тогда стала идти. Что я поехал, был ветер, понял? Далеко не кинешь, ты не пропустишь. Да. Она стоит реально... Сколько? Метров 40, да, наверное, Андрюх? Не знаю, у меня на полтине полетает. Ну да, наверное, где-то так. А? Сколько сейчас вообще времени?
И такие удары. Тык-тык-тык-тык, и палка пошла. Во! Сначала один удар, потом хоп-хоп, нормально, потом второй, третий, и палка пошла гнуться. Гадина сошла. Что, лошадь? Переборщил? Да? Просто хорошая. Просто, по-моему, размер. Хотя нет, что-то. А, не могу понять. Одна села, но... Ой-ой-ой, да, вот она. Исходит. Она даже, ты ее тащишь, она даже, ты чувствуешь, как по пути она сходит. Сразу палка не так нагружается. Да, не, видишь? Ну мне, по-честно, не нравится, знаешь, почему? Потому что хоть какое-то, блядь, хоть как-то, типа, на пинкера ловит. Ты знаешь, мне это напоминает именно как мы в Саргана ловили, да. В Витязево. И загрузка бланка такая. Да. И ты хотя бы чувствуешь поклевку. Удары. Я вот только не пойму, где она или в толще, или где же под ней бегает. Ну не знаю, я бы в большей части в толще веду, конечно. Хотя можно и попробовать по низу. Там помельче что-то может быть. Может этот. О! Ближе к дну, может, что-то покрупнее. Смотри, может быть. Хорошая такая, ну, это уже съедобный сковородочный вариант.